перелететь с севера на юг. И первое, куда мы отправимся, это в Болгарию. И сыграем вам народную песню, очень знаменитую тем, что улетела в космос. Причем действительно так. Она была отправлена на первом спутнике еще до того, как в космосе появились люди. Туда были отправлены на спутнике картины, видео-аудиозаписи, музыка. И вот эта песня в исполнении знаменитой и чудесной совершенно болгарской бабушки Вали Балканской была отправлена в космос. И песня называется «Дэлью Хайдутин». За ней сразу прозвучит сербская народная песня «Густами Маглан». Но они настолько как-то понравилось их соединить. Густой туман упал на космос. Ну, про политичность я вам уже рассказывала. На самом деле, последние вещи, это была одна английская народная песня про двух возлюбленных, которые дают друг другу серию заданий, и сразу за этим ирландская народная песня о нашествии англичан на Ирландии и все такое. Очень реалистично. Но на самом деле это вовсе не потому, что мы пытаемся стебать исторические события. Просто так случается, что люди все время ссорятся, мирятся, опять ссорятся. Но я надеюсь, что рано или поздно все-таки, уже почти это произошло, рано или поздно я вам все это обещание помирится. Чтобы там ни было. Но правда, ирландцам пришлось пережить очень тяжелое время. И за англичан. Ну, таковы факты. А теперь мы сыграем болгарскую народную песню.